Привет! Сегодня новый день, и я напомню, что у меня сейчас происходит в жизни. Немного флешбеков. В декабре мы планировали поехать отдыхать в Таиланд, чтобы поехать именно в феврале. Но и мы все купили, все забронировали. Так получилось, что в конце февраля началась война с Украиной в России, и мы уже улетали в Таиланд, и так получалось, что мы просто улетали как туристы. И сейчас я уже записываю это видео, находясь в Таиланде. Мы отдохнули в гостинице Tower Palm, очень хорошей, я вам очень рекомендую. Переселились мы на пляж, где нам не понравилось. Этот пляж называется Patong, и там была очень такая грязная атмосфера, проститутки, все гуляют в бары. Это немного не то, что мы хотели, потому что мы хотели отдохнуть. Там было очень шумно, очень грязно и, ну, как-то не очень. Поэтому мы решили перебраться после нашего отдыха в Бангкок и уже заняться делами, общаться с интересными людьми, ну и просто исследовать Бангкок. Все-таки хочется его побольше, хочется столицу узнать получше. Тут мы уже не стали снимать гостиницу, мы сняли апартаменты, и уже сразу заметно, что не курорт. Вот такие домики. Ну, это в основном для иностранцев. И вот такая комнатка небольшая, но со столом, где можно работать, то есть тут очень удобно. Вот. Ну и плюсом огромным является бассейн, то, что можно выйти, поплавать, и если подняться наверх, то открывается очень красивый вид. Вот, лестница. Привет, привет! Ну вот, тут вот такое место, и можно выйти. Вот, и тут можно работать, сидеть, отдыхать. Смотреть на город, на высотки. Тут так печет, что на самом деле надо выходить с главным убором. Очень жарко. Очень классно так утром прогуливаться. А еще на крыше тут есть джакузи. Правда, тут могут люди ходить. Но тоже прикольно. Красивые цветы растут прям на крыше. И аромат классный. Вот, можно перейти из одного корпуса в другой. Вот такие корпуса тут. Здорово, что много растений. We've been driving bike here. Гуляем по Чайна-тауну. Ресторан с акулой. Вау. Вот такой Чайна-таун. Классно. Такая улочка интересная, красивая очень. Ребята купили вкусняшки, которые рекомендованы Мишлен. И мы тут тоже вот такая стрельба. Супер. Чем мы заняли очередь, и нас теперь ведут в какое-то место, где можно посидеть и покушать. Очень необычно, потому что, ну, обычно приходишь сразу в ресторане, кушаешь, а тут прям тебя ведут, видите, мы уже долго идем. В общем, ребята говорят, что это прям true паттай. Yeah. И тут очень вкусный сок. Yeah, let's learn. Tap tap. Press not too hard. And then pull it out. Oh, that's this strong. It's gotta be the other one. Yes, yes, yes. Done. Yeah.
is even better. Yeah. 3 seconds. Oh, wow. Thank you. Yeah. Омлет с жареными устрицами, а это с морепродуктами. Вкусняшка. Мы просто тут сидим. Нам ребята показывают бар в очень аутентичном месте. Сейчас мы идем. Давайте это место. Такое место. Это ресторан и бар, гостиница. Shooting. Yes. Dennis. Dennis, where are you? Where are you here? Oh. Все, вот и закончился наш очередной день. Мы приехали домой, объелись, нагулялись. Спасибо друзьям. Вот. Подписывайтесь на мой YouTube, Instagram. Все ссылки в профиле. Пока-пока!